погода более-менее, решили прогуляться в центр. Первый опыт съемки на GoPro Hero 3 Plus. Раньше снимал обыкновенные камеры, сейчас решил попробовать GoPro-шкой. Может быть, получится лучше, никогда еще не пробовал. Ну, в общем, как-то так. Попади мой влог. А? Попади мой влог. Скажи, что я пока трезвый, не хочет. Сейчас нам найти где-нибудь кофе попить, погреться. Мы тут толпой. На самом деле не знаю, что там видно, не видно, потому что никогда еще не снимал на GoPro, обычно использую на GoPro. Ну, надеюсь, что все видно. Сейчас идем в театр Эрмитаж. Многие, даже некоторые москвичи, кому говорят, что я иду в Эрмитаж, все думают про Питер. У нас тоже есть свой Эрмитаж. Кстати, достаточно неплохой садик. Кстати, та самая Петровка 38, известная по одноименному фильму. Отреставрировали ее. А сад вон там. Пришли мы в Эрмитаж. Чем тут можно заняться? Ну, собственно, в такое время года ничем. Тут театры всяческие, тут проходят иногда фесты, выставки, там вон можно похавать, что-то купить. И сзади этого здания там огромная гигантская детская площадка. Вот та самая площадка, а вот и кофе, как всегда. Я вчера творожного делал. Хороший кофе. Держи! Ну, положи сам рюкзак. Поставим. Я тут все думаю, мне эти качели выдержат. Пробовать, наверное, не будем. Вон там, когда тепло, какие-то белки там тусят, что-то типа того. Коллекция Бомж Коллекшн. Очень-очень-очень хорошая штука. Сделана, мне кажется, из дивана. Из дивана вышито. Так, здесь вроде ничего, хотя вот эти чополы какие-то странные. Странно. Ням-ням. Пусто. О, вот это вот нормальный кот. Когда-нибудь себе куплю такую. В другой жизни. Часы. Что это? Нет, больше ничего интересного. Идем в ЦДМ хавать и заниматься непотребными вещами. Я имею в виду туалет. Портили детский мир. В советское время он был круче. Сейчас здесь можно найти все. Даже драгоценности. Билайн,
что там. Короче, это явно уже не детский мир. Как это называется? Короче, удон яичный с говядиной и с каким-то перечно-сливочным соусом. Но что-то как-то мне так, среднее. И каркаде. Очень острое и очень сытное. Я обожрался. Хорошо, что есть вот это. Но не так вкусно. Димсам. Погода стала хуже. Какая-то шляпа. Зашли в книжный. Эй! По этому переулку часто хожу. Там моя любимая улица Моросейка виднеется. Вообще, этот район самый крутой. А вот и Моросейка. Тут всегда движуха. Хорошая новость. Мой пиансе не закрылся. Просто сменился бариста. А. И, короче, раньше была франшиза, сейчас настоящий пиансе. А. Вот. А. Я тебя вот завтра на прием запиши к психиатру, пожалуйста. К детскому. Да что ты, черт побери, такое несешь? Там, походу, ад. Вот это поворот! Мы не пили. А? Да. А? Да. Мы не пили, мы просто веселые. Все, мы в метро. Кафе, канал Хармер. Сайки ламинги. Смотрите, как мы покидали. У нас мой собака жирафинят.